Всем привет! Это Гагарин Шоу. Лучшее, но не потому, что единственное в мире шоу о криптовалюте. Я так и не смогла найти замену нашему прекрасному, уникальному, замечательному Глебу с его искрометным, уникальным и неповторимым чувством юмора. Поэтому мы с Мовой приехали вызволять его из фермы Поляковой и возвращать его в семью. Ну что же, я хочу сказать, что у нас сегодня беспрецедентный выпуск, ибо мы сегодня без гостя, своей маленькой командочкой. И ты, конечно же, наш юный хейтер, хотел бы уже нет-нет, да и наклацать по кнопочкам, что у нас закончились бабулесики, но пошел-ка ты, да. Денег у нас еще полно, пока биткоин держится над 20 тысячами. Мы шикуем и делаем вот так вот! Ну что же, вызволяем нашего коллегу из лап длинноногой Ольги и возвращаем его в нашу передачу. Поехали, заставка. Заставка, я говорю. Ты про... свой текст. Алло, прочитай. Где? У меня нету такого текста. Написано, ну что, поехали, Глеб, тебе слово. Глеб, заставка. Ты юбки. Я тебе себе говорил, не нужно за ним ехать в деревню. Так согласна. Бы там и оставался. Обожаю, у нас даже нету гостя, он нам не надо, чтобы вы начали сраться. Глеб, у тебя духи свин, значит, по прогрессу. Да. Глеб, скажи, пожалуйста, в расстроенном чувстве заставка. Заставка. Криптуй. Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй. Криптуй сюда, криптуй отсюда, и смотри, Гагарин Шоу. А вы знаете, как называется маленький полицейский? Копчик. Что ж, по нашей любимой традиции, я обожаю подарки. Я их люблю дарить. Вы готовы? У меня есть для вас подарки. Серьезно? Ни хиба себе. Хороший подарок. То, что я на коленях? Да. Оу, и у меня хороший подарок. Ой, класс. Так, так, так. У меня Глеб с сиськами. А ты не скучал. У меня, походу, Вова с сиськи. Это не Вова, это я. А я, кстати, более подкачанный, чем ты, смотри. Ну, вот по бицухе, смотри. Чем мы сегодня самые люди? Ты не думаешь, что они просто лица поменяли? Я говорю тебе, я больше подкачанный, чем. Я тебе говорю, фотки одинаковые. Я тебе говорю еще раз. Так фотки одинаковые. Фотки же одинаковые. Спасибо, Дашенька. Так, это я сюда смотрю. Так одевать или что? Так, а что там по подаркам? А у нас тоже для тебя есть подарок, типа? Я. Предлагаю от рубрики «Факты» тоже не отказываться. Столько выпусков вы говорили о других, но никто не говорил о вас. Поэтому я объявляю новую рубрику «Факты» про ведущих. Посмотрите под ваши кресла и достаньте же эти факты. Да что такое? У меня нет. Ищи усерднее. И фактов нет, получается. Нет, сам знаешь, Глебушка, кого... Ищи, 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 ищи. Вот там, смотри, вот есть, по-моему, мне кажется. Гагарин Шоу. Так, ну что, я тогда начну нашу новую постоянную, непостоянную. Факты про нас. И у меня, собственно говоря, попались факты про Глеба. Итак, Глеб, собственно, первый факт. Глеб посетил более 40 стран, играя в турнирах по шашкам. Однажды ему пришлось сыграть партию в образе Верки Сердючки. Расскажи, пожалуйста, об этом. Что за пи***? Не надо. Я образ Верки Сердючки был, страны были, а партия в шашке в образе Верки... А, все. Понял, сейчас расскажу. Типа как сейчас, вот 30-й ножкой. Ты просто как-то была... ты как та бабка из архива достаешь. Я стесняюсь поворачиваться в эту. А есть Конан Дойл, 4-й том? Нету. А, сейчас. Пошла искать. Хорошая шутка. Видно, что от меня, да, досталось? Да, хорошие шутки только от тебя. Хорошие шутки. Короче, да, ситуация была следующая. Хорошие шутки. На третьем курсе института у нас был типа микро-КВН. Я должен был выступать в образе Верки Сердючки. Но так совпало, что в этот же момент, где-то в километре от этого места мне нужно было выступать за сборную института по шашкам. Вот, ввиду того, что я мастер спорта по шашкам, мы должны были легко выиграть, но никто не знал, что тут так окажется, что мне нужно быть и тут, и там. И там я не могу подвести, потому что, ну, Сердючку заменить, главную роль никто не мог. И нашли выход такой. Я пошел играть в шашки, сыграл первые две партии, потом я быстро побежал. Классика. На выступление. Меня накрасили, вот этими палками в глаза лезли, накрашивали ресницы, какую-то
какую-то хуйню, я поэтому почему боюсь, это ужасно. Очень. Что ты боишься? Да? Когда тебе каждый суют, день что-то... такое мне да, делать. Да, когда тебе суют что-то в глаза, ты боишься? Ну вот, вот это вот они делают, ресницы, ты всем не понимаешь, как это страшно. Всем обычно палки в колеса, а ему палки ты, в глаза. Ты должен куда-то сореть, не это, они тебе вот что-то тут красят. Кто-то мне грудь надувал там все. Кто-то накрасили. Господи, сколько же у тебя страхов в этой жизни? Слушай, я вышел на сцену, высота автомобиля, глаза. Ну, вся группа бухая в говно, мне ж пить нельзя, я в шашки играю. Я как-то выступил, красиво, все. Это декабрь, прочувствуйте, это декабрь. Даша, я думаю, оценит, ну, девушки оценят. Я забегаю в раздевалку, переодеваюсь, думаю, надо ж умыться. Я пошел, умылся холодной водой. Помогло? И побежал. Прибегаю, значит, в зал. Сажусь за доску и начинаю играть. И я понимаю, что весь зал немножко косится на меня и хихикает. Как мы тут нашел. Как вы тут хихикаете, да, как мы тут хихикаем. Короче, суть в чем, что оказывается, помаду, тени, румянцы нельзя просто холодной водой вот так вот смыть. Естественно. И оно просто вот так вот все, ну, как бы подразмазалось чуть-чуть. Я вот с таким лицом пошел играть в шашки. Был у шашистов в шок. Не, бюст все же сдул. Вот такая вот история была. Я бы сдул. Ну что, одной истории от Глеба хватит, я так понимаю. Гагарин шоу. Мне следующий факт очень нравится, потому что чувствую с этим фактом родство. Давай. У тебя что, правда, нету высшего образования? Да. У меня тоже нет. А также нету Билла Гейтса и Стива Джобса? Есть. Нету. Неоконченное. Они поступили в Гарвард. Один оконченный год, Глеб, успокойся. Это они оба поступили в Гарвард. И дальше что? Один посчитал, там, что там все дебилы и, дальше и ушел. Что? Это высшее образование? А второй посчитал тоже, что все дебилы и просто перестал ходить. Это высшее образование? Он через год ушел из университета. Потому что они были гораздо круче Гарварда. Глеб, откуда ты знаешь, в Харькове, что было круче Гарварда? Я нихуя не понял, к чему ты это начал. Потому что в Гарвард нету высшего образования, ни у одного, ни у второго. Но они поступили в Гарвард, учились в Гарварде, господи, и они были сил, круче Гарварда. Его яблоком. Еще раз тебе говорю, высшее образование оконченное, это когда ты поступил, закончил, получил диплом, мать. А незаконченное, это когда ты пришел и ушел, понимаешь разницу? Они круче этой системы вообще, Гарварда даже. Боже, я увидела Глеба булки из-под рясы. Господи, как же сложно. Слушай, ну еще нету 290 миллионов нигерийцев нет высшего образования, это что, это показатель? Так, ну что, давайте дальше. Глебушка, пожалуйста, умоляю, нам очень много придется факт твою попу на графике. Да что ты, ну нету там ничего. Положи ногу назад, положи. Нога на ногу у тебя была. Ну, ну другая вот, нога на ногу у тебя была. Это Шерон Стоун. А теперь, товарищи зрители, попу видно? Ну, это Шерон Стоун, только в мужском которую облике. Которую мы заслужили. Шерон Стоун, которую мы заслужили, да. Выпей козлячьего молока. На худой конец. Козлячье молоко — это сперма, ну блин. Откуда ты знаешь? А творог тогда что это? Гагарин шоу. Даши не чуждо серебро. Это группа или материал? Какая тебе разница? Нет, это на самом деле наша с Владом Иваненко любимая фишка. Когда мы уже доходим до кондиции, я каждый констатирую тем фактом, что мы люди, которым не чуждо серебро, если ты понимаешь, о чем я. Можем себе позволить, например, сделать кувырок на чужом дне рождения на столе. Как вариант, опять-таки. Как вариант, опять же, да. Это чисто наше с Владом выражение. Если бы у меня была девичья фамилия, Даша она серебро? Бы называлась человек, которому не чуждо серебро. Такая длинная фамилия. Даша — человек, которому не чуждо серебро. Гагарин шоу. Ну что же, следующий факт. Глеб очень любит собак, но по неизвестной причине дома у него живет не собака, а сын, да? Все подумали другое. А что, жена? Ну что у тебя дома живет? Давай перечислим. Вместо собаки. У кого-то узнаешь? А рыжая кошка Алисяо. Ну, уже же не живет, она у мамы живет. Ого. А, все, уже кошка не живет? Нет, ну она есть, но она... Алисяо принесла удачу, она рыжая кошка. Рыжая кошка — это счастье вообще. Да, она пришла, да. И я попал в криптовалюту, а потом... Ну, то есть кошку ты уже слил? Нет, не слил, все, она живет у мамы я на полном... Я бы тоже разобралась. Пансионе, все. Гагарин шоу. Ну что, давай, Дашенька, следующий факт. Вова! Потому что Дашенька. А, это... согласен, сорян. Потому что я на полшестого. Вова! Даша на 9, Глеб на 12. Я об этом. Хорошо. Пусть побудет. Пусть побудет. Вова два раза присутствовал на родах. Правда, никто не знает в качестве кого. Давай-ка. Поподробнее. Я спектатором был. Если вы понимаете, о чем я. Да нет, я что? Ready, steady, go!
Нет, просто жена одной ногой упиралась в меня, другой в акушера, и появлялись дети дважды. Вот так было. После этого, ребята, я вообще могу с парашютом прыгать кувырком куда хочешь вообще. Могу на бельевой веревке спускаться с 18-этажного здания, брать кредиты под 40% годовых. Вообще все по... Сложно что-то добавить. Криптовалютой могу заниматься вообще спокойно. Изи-катка. Вообще рипла накупить на фулл депо. Кто-нибудь в зале присутствовал на родах? Ты? Опа. Тоже на Иркиных? Че, я вас не видел. Я и тоже ты резал. Был на родах? Подровнял. То есть ты видел, как появляется вот это после ребенка? То есть если я буду рожать, можно будет вас позвать подожди, подровнять? Подожди, а ты видел, как после ребенка появляется гора вот этого... Да, блин! Господи, какой ты закомплексованный, Глеб. Ты всего боишься, и все тебе, значит, это... Роды принять нет, а вот голым танцевать на колонке в ночном клубе, это нормально. Что? Почему мы там ни разу не были? Так вот спроси у этого лысого кентафурика. Потому что он в рясе. Потому что он в рясе и... А здесь поподробнее, голым на колонке. Не, было 10 лет назад мероприятие автопати баскетбольное, и там человек 150 нас поехало в клуб Рой. Пацанов обнимались голые. Нет, и вышла стриптизерша танцевать, и все, какая? Я говорю, посмотрите. Я выхожу к ней. Охрана типа только бежать, меня останавливать. Она стоит. Ты бросил ее как трехочковую. И я начал с ней танцевать на сцене. Она меня раздевала, вот раздела, показала, что все круто. Как бы я оделся и ушел. И все... Ну, в «Москвиче» ты в трусах танцевал. Ну, я ж тебе говорю, как бы, вот, ты видишь, у него очень своеобразное построение страха в жизни. То есть танцевать в ночном клубе на колонке в трусах страшно, а сесть за руль, прокатиться по дороге страшно. Страшно. Ну, а сесть на бутылку нет. Было время, когда Даша работала. Кем? Точка. На новой почте. Было время, когда Даша работала. На новой почте. Что вы еще придумаете тут? Даша, включай соображение, вспоминай. Даша, давай. Да ладно, это очень смешно. Когда-то я попала на супер странную вечеринку в греческом стиле, и все мужики были в таких палантинах и с вырезанными из картона сандалиями. Ну, типа, творческие люди собрались, танцевали там под руки вверх, готовили какие-то сэндвичи там, что-то делали. А девочки почему-то все были с усами. Я была тогда лысая, ну, с таким чубчиком, и мне завязали такую ленточку, нарисовали усы. И я вас вообще, блин, я знаю, кто вам слил эти факты, сука. И я прихожу домой, а я только переехала в это место. Очень такой, знаешь, двор, которым все гордятся, соседи. Этот двор там занимает какое-то место в городе. Я в 5 утра, не могу вспомнить пароль от ворот. Ну, а ворота где-то 3 метра. Ну что, я в кожаном платье, в обтяжку, в мини, на каблах. Залезаю, берусь за такие частоколы, значит, на ворот. Чуть-чуть их отгибаю. К себе. Ну, я 40 минут подбирал. Не подбиралась. Отгибаю к себе. Ни хрена себе, у тебя силушка-то богатырская. Они до сих пор погнуты. Это смешно каждый раз. Мне кажется, даже если бы я на них повис, они бы не погнулись. Подожди, мы с тобой в разных весовых категориях. Да, это правда. Перелезаю, перепрыгиваю и захожу, и почти дохожу до своего этажа. Но это 4 или 5 утра, старенькая соседка открывает дверь и говорит, вы к кому? Знаешь, понимаешь, я не я. Я говорю, новая почта, доставка. И на следующее утро выхожу. Такая, иду вот так к машине. А охранники рядом в здании вот так показывают, они все это видели. Они просто сидели, могли нажать кнопку, открыть, ты понял? И, ну просто тупо не открывай, сидели орали. Не. Нет, Вовчик, это надо было видеть, как я как... А я тогда ходила на кроссфит, я подпрыгнула до этого частокола, поджала, залезла, отогнулась. Я просто, бляха, не понимаю, как вместо, его можно погнуть. Вместо того, чтобы еще там 10 минут потратить и да, подобрать этот чехот. Мне кажется, если 99-ю привязать к этим копьям на заборах кованых и просто тянуть, они не погнутся. И перепрыгнула. Но потом я их вогнула обратно. Ты не думал, что я прям такая... Это еще сложнее. Ладно, но обратно вы... Это уже другой вечер, была другая вечеринка тематическая. Меня не выпускали, ты понял? Прошло 10 лет, а это все так же смешно. И про серебро, и про новую почту. Блин, Иваненко, конечно, бог юмора. Что, того не отнять. Гагарин Шоу.
Глеб обожает селедку, поэтому от него всегда пахнет именно ей. И ненавидит, когда ему говорят, что он храпит. Это ты два сразу факта прочитал? Я даже знаю, кто эти факты выдал. Ну, Вероника, конечно, кто мог выдать. Вероника. Ника. Почему Ника так любит духи и весь дом заставлен духами? Потому что от Глеба воняет селедкой. Ну, просто... Это сильно. Смешно. Человеку пришлось стать парфюмером, да, для того, чтобы не слышать запах мужа. И такая, знаешь... А ну, Глеб, подожди, ничего не говори. Вова, да ты же мозг. Это хорошо, это хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста, про селедку. Ну, селедку я действительно люблю, но ввиду того, что Ника не любит селедку, я ей все время просто... Ну, точнее, ее запах. Ну, да. Я ей все время только рассказывал, что я хочу поесть селедки. Она, ну, да, ладно, не сегодня. Есть что-нибудь вот такое, что ты хочешь, и Ника как бы тебе говорит, давай, ладно. Ну, кроме того, что, Ника, пойдем тебе что-то купим. Не, ну, естественно. Ну, что-нибудь тебе разрешают? Все разрешают. Я вообще вольная птица, в принципе. Так тебя и запишу в телефоне, по новой. Глеб, вольная Глеб птица. В скобочках, вольная птица. Все, кроме селедки. Ага, ага. Не, ну я не храплю, реально. Ну, кто спал на соседних кроватях? Я. Конечно. Спал с Глебом на соседних кроватях неоднократно, и я могу подтвердить, что Глеб не храпит. Я тоже думаю, что ты не храпишь, у тебя такие уши. Глеб просто разрывает пространство. Конечно, он не храпит. Да не храплю. Потому что храп — это вот такая штука, типа... Это так я делаю. А Глеб делает вот так. Что это за пи***? Ну не, я не храплю. Однажды в детстве Вова пел в уличном караоке в парке Горького. Он пел песню «Господа офицеры». По натянутым нервам. Да. Мимо проходили военные, и они отдали честь маленькому Вове в конце его исполнения. Ну, это, блин, прям супер трогательная история. Да, это было круто. Ну, ты так делаешь. Да, я очень любил, кстати, это караоке. Это такой был старый телевизор, кто помнит. Это был телевизор «Электрон» шестиканальный. Там такие кнопочки были. Да, у меня такой был. Оранжевого цвета. Шесть каналов. А, было и «Березка» еще была такие. Ну, «Березка», да, постарше. Я хочу сказать, что первую часть факта и ты знал, и я знал, и многие знали, и видели даже все. Но вторую часть факта я, конечно... А Даша вторую ни разу не показывала? Показывала, поверь, с 18 лет. Вторую часть факта? Да. Давай. Можешь сесть на шпагат и очень удариться писькой. Собственно, я два года хромаю. Ну вот здесь сразу виден почерк Иваненко. Это не Иваненко. Сесть на шпагат и удариться писькой. Это почерк Остафьева, точно. Это, наверное, моей маме позвонит. Ведь вы не понимаете, у меня... Нет, я на самом деле на шпагат не умею садиться, но... В смысле? А когда ты у нас кувырки делал вот с этими вот штуками на шоу, когда холодно было? Но есть один момент в моем мироощущении, когда я выпиваю, мне кажется, что я умею отжиматься, стоять на кулаках, на голове без рук и делать шпагаты. И делаешь все это. И один из последних веселых семейных дней рождения, я садилась на шпагат, а как бы я садилась уже третий день подряд, не умея садиться на шпагат. И Артему сестра подошла и меня дожала. Собственно, я полтора года хромаю, потому что у меня порвалась связка, и она никак не может срастись, потому что каждый раз, когда я бухаю, я опять сажусь на шпагат. По старой традиции. Не самое страшное в жизни, я считаю. Глеб не терпит опозданий, хотя сам постоянно опаздывает, и превращается в монстра. А ну-ка, расскажи. Это от Вероники факт. Да. Приехал. Глеб не терпит опозданий. Да. А как ты к своим, ты так же относишься? Ну, я-то задерживаюсь, понимаешь? Вот оно что, Михалыч. Нет, смотри, ну когда ты звонишь, например, в 14:00, а договорились на 15, и ты спрашиваешь, успеваешь? Да. Ну, может быть, 15:10. Ты думаешь, ну хорошо, 15:30, в принципе, нормально. И человек выходит в 16:30. Это сейчас про Нику рассказываешь? Ну, конечно. Это я. Без 15:03 ты звонишь. Это Ника так собирается. Без 15:15 ты звонишь, ты говоришь, сколько тебе, говорит? Ну, буквально 20 минут осталось уже все. 15:15 ты звонишь. Ну что, все, вот 5 минут, и я выхожу. И я знаю, что это будет через час. Почему нельзя сказать, что ты будешь просто через час? А что ты, Ника? Про это? А что ты про это всем рассказываешь? Все равно она не посмотрит. Давайте Нику. Да это не про Нику, это не вообще... Это про меня. Женщины, как вы, блин, договариваетесь? Нельзя, сука, сказать, что ты будешь не в 3, а в полседьмого.
договариваешься где-то о встрече, если Глеб должен приехать с Никой, как бы договорились на 7, 8, 10, звонишь Глебу, говоришь, ребята, вы где? Глеб говорит, сейчас Ника собирается. И поэтому Ника в последнее время говорит просто, давай ты, наверное, сам поедешь, а я чуть-чуть позже. Я говорю, ну да, давай. Это эффект, так, да. Так лучше всего. Ты конечно, приехал. Так нельзя сразу сказать, что ты будешь, блин, через так полтора часа. Говорит, чувак, потому что Ника единственный человек на планете, который едет на день рождения за город 20 километров от Харькова на один вечер, и у нее 6 нарядов. Да. Она не знает. 6. Она не знает, что наденет. Что? 6 нарядов. Мы гуляем один вечер, мать его, с 7 до 12. 6 утра. Нарядов. Утра следующего дня. 6. Понимаешь, что их надо собрать, все пропарить. Под каждый должен быть, свои духи должны быть, своя обувь, своя шляпа. Да. Все. Сумка. Свой Глеб. Свой Глеб с одной футболкой. Не самое страшное, если а Глеб реально каждый позволить. Час разный, как мы знаем. Да. Ой, сердце закололо. А потому что нет, не ну надо. Что, Дашенька, давай ты. Ох, смешной факт. Смешной? Я вообще не могу представить, быть. Как тебя могли на Бали. Когда ты с другом попытался поменять валюту, тебе дали значительно меньше положенного. Как? На самом деле, Вова не знает ответа до сих пор. На я не вопрос. Знаю ответа на этот вопрос. А тебе так подсыпали, что это клофелин. Не-не, клофелин это в другой раз. А в этот конкретно, значит, история. Это было добровольно. На Бали, значит, такие типа небольшие пункты обмена валют, такие из картона, как нет, собачья, расскажи, как курс собачья везде будка. Один, курс везде один. Не, курс на самом деле не везде одинаковый, он отличается, но мы пошли не на самый лучший курс, а в самую ближнюю обменку. Это такая, как бы, такая небольшая собачья конура из картона, и там сидит человек. Курс там я уже. Не помню там сколько на сколько, но ты, короче, отдаешь из разряда там 13 100 долларов, бат. А тебе дают сколько-то там миллионов этих денег. И фишка заключается в том, что чувак, значит, берет, я ему отдаю доллары, он, значит, берет и по 50 тысяч начинает мне выдавать вот эти деньги и складывает их пачками по 500. У меня в Таиланде вот такой лифчик я все время складываю. Смотри, и вот он что делает? Он мне вот так вот отсчитывает по 50 тысяч, так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кладет стопочку. Я беру ее в руки, пересчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В своих руках. Складываю в сумочку. Он опять берет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Складывает в стопочку. Я беру стопочку. Раз, два, три, четыре, пять. Пересчитываю, складываю. Короче, концовка истории. Приходим, значит, поменяли деньги. Я, мой товарищ поменял деньги. Мы приходим, значит, в ресторан. Значит, доели буквально там 15 минут рассчитываться, значит. Нам выносят счет. Я достаю деньги из сумочки. Он достает деньги. Значит, начинаем, значит, скидываться, рассчитываться. Я смотрю, что-то я отдал, типа, ну, из разряда у меня там должно быть, ну, образно. Я сейчас не помню сколько, но там 2 миллиона. Там по счету я должен отдать там из разряда там что-нибудь 600 тысяч, например. А я понимаю, что я отсчитываю 600 тысяч, и у меня остается там из разряда 500 еще. Ну, то есть, типа, сильно много не хватает. Половины приблизительно. И он тоже пересчитывает, а он менял больше долларов, там типа 600, и у него тоже не хватает. Но я говорю, ну типа все, наедем. Нас. Ну, а девочки говорят, типа, не, надо идти разбираться. Я говорю, ну, не гони, ну, схавал, терпи, как бы, ну, что идти и разбираться? Так что ты не пошел сейчас разбираться? Сейчас еще получим там. Я не пошел? Конечно, пошел. Конечно, ой, пошел. Давай конечно, пошел. Мы я пришли туда, я говорю, ребята, вы совсем берега попутали? Они говорят, типа, что случилось? Я говорю, что случилось? Я говорю, денег вы нам не додали. Они говорят, как не додали? Вы же все пересчитывали своими руками. Я говорю, ну вот, мне интересно, как вы нам не додали, когда мы пересчитывали все своими руками. Давайте, я говорю, я вам доплачу еще столько же, и вы расскажете, как вы это сделали. Блин, класс, расскажи. Они говорят, нет. Я Ире говорю, Люся, иди сюда на секунду. Говорю, сейчас громко говоришь, типа делаешь вид, что ты звонишь в полицию и вызываешь их. И Люся такая, hello, this is the police! И начинает дальше рассказывать. Смотрю, они в лице поменялись. Я говорю, пацаны, говорю, давайте так. Либо я вам, говорю, два куша даю, и вы, говорю, рассказываете, как это работает, либо просто возвращайте бабки. Они говорят, ну давайте мы хотя бы по 500 тысяч оставим себе, типа, а все остальное отдадим. Думаю, ах вы ж пи***ста. Я до последнего не понимаю, что они как бы нас обманули, и думаю, что где-то в чем-то в другом подвох. И, короче, да, они не рассказали, и в итоге вернули все деньги нам до копейки. Да, и без не пи***ки. И без пи***ки, да. И не рассказали, как это работает. Потому что там полиция придет и заберет больше, они знают. Это 100%, это 100% не гипноз, это какая-то супер-ультра-ловкая хи***я, я не понимаю. Это руками вот так. Да, руками понятно, но я-то в руках держу деньги. Я когда в руках держу деньги, у меня их не вырвешь вообще никак. Все, вот если я взял, то все, всего доброго. Я если взял, то пипец. Точно так же действует, когда я беру за задницу. Ладно, давайте дальше. Гагарин Шоу. Вова, ты факты писал? Да, жена, ясно. Вов. Что такое? Ты знаешь игру «Бильярд»? Ну.
А ты знаешь, что играют не в бильярд, а на бильярде? Господи, блядь, нахуй эти выебоны, блядь. Спасибо. Тоже мне, блядь. Я тебя сейчас диктант заставлю писать. Не дай бог, там будет хоть одна ошибка, буду тебя вот этим, блядь, на этом сеновале так трахать. Так он-то распечатал ему. Буду как свинину тебя, да, вот так вот шпиловать. Даша, у тебя есть плетка? Сидит, выебается, блядь, уже какой выпуск. Так, обычно крайний вы... нет, блядь. Это есть на можно, до нельзя, блядь. Сейчас будешь писать диктант. Да, сука. Да, получи, блядь. Так а что ты сам по-русски исправляешь? Я не исправляю тебя. Не исправляю. Меня понятно, нет. Лип, то давай прочти уже факт. Друзья мои, пожалуйста, ставьте лайки, значит, колокольчики, подписывайтесь. И у нас в этом выпуске будет новый розыгрыш. Выставляйте в сторис фотографию, картинку или скриншот, или видео, на котором присутствует, значит, логотип Whitebeat, обязательно. Отмечайте нас, отмечайте Гагарин Шоу и три самых... И Дашу. И Дашу, да, и Дашу обязательно отмечайте. И три самые клевые, по нашему мнению, значит, материалы получат подарки по 500 рипла, значит, на счет Whitebeat. Откровенно говоря, здесь на ферме есть один большой минус – отсутствие интернета. Давайте начнем новостной блок. Хочу узнать, как дела на рынке? Ну, не на моем, а на настоящем. Плохие дела. Первая новость моя. Давай, мала. Какая это? Типа малая. Давай вторая. Австралийский стартап CryptoSpend выпустит дебетовую карту в партнерстве с Visa с возможностью расплачиваться криптовалютой. Напомним, в первой половине 2021 года держатели криптовалютных карт Visa потратили с их помощью более 1 миллиарда долларов. США? Так что расскажите мне про Монобанк. Один неназванный банк, да, в скором времени будет предоставлять своим клиентам возможность покупать криптовалюты. Как это неназванный? Точнее, биткоин, а также продавать биткоин, а также иметь возможность рассчитываться биткоином, значит, повсеместно. Хочется, конечно же, отметить для папы маркетинга, что это не единственный банк, который будет иметь такую возможность, а все банки будут иметь такую возможность, а всех их будет объединять сын маркетинга. Гагарин Шоу. Господи, я недавно обратил внимание, что я стал такой воспитанный. Ты? Да. Посмотри, какое количество матов ты сказал в этом выпуске. Что? А маты не являются предметом невоспитанности. Согласна. А где ты тогда был невоспитанный, где ты стал воспитанный? Вот раньше я совершенно спокойно мог человеку, который старше меня, сказать, что он конченый пи***ц, если я так считал. Таких было мало. Так ты просто постарел. А сейчас я просто... Оп. Ты просто постарел. Уступил. Нет, ты постарел. Идем дальше. Да, реально стал себя контролировать лучше. Джеймс Хауэллс, который случайно выбросил в 2013 году... Во всем, кроме секса. Секси до сих пор такой же бесконтрольный сорванец. Давай про это поговорим. Мне это знакомо. Вот у меня напрашивается одно слово. Вовчик, знаешь? Ты можешь спрятать яйца? Что тебе там знакомо? Ты смотрел Чип-Чип-Чип-Чип и Дейл? К нам спешат. Так вот ты бжик. Знакомый. Гагарин Шоу. Джеймс Хауэллс, который случайно выбросил в 2013 году жесткий диск на 7500 биткоинов, заявил, что хочет отыскать его с помощью рентген-устройств искусственного интеллекта. Он изучил аэрофотоснимки свалки, который предположительно попал в HDD. По его подсчетам, область поисков составляет всего лишь 200 квадратных метров и уходит на глубину не более 15 метров. Не более. Масса находящегося там мусора достигает примерно 300-400 тысяч тонн. Как у меня во дворе. Хауэллс планирует потратить год, чтобы просканировать все 3000 кубических метров свалки. Это, думаю, что... Это майонез. Это нереально в принципе. То есть то, что он написал, это просто хайп. Он захотел хайпануться, рассказать, что он будет искать, там свалка, там тра-ля-ля. Потом он скажет, что я готов из этих 3000 кубических метров продать половину кубических метров за символическую сумму в 1000 биткоинов. Ты все же попила молочка, да? Пусть звонит мне. Вот, я думаю, что он распродаст эти все квадратные метры свалки и на этом заработает, а биткоины искать он не будет. Слушайте, а у меня вот вопрос такой. А вот есть ли принципиальное значение, вот, например, для тебя, Даша? Имеют деньги, ну, например. Нет, деньги не пахнут, конечно же, но вот, например. Ну, вообще пахнут. Ну, вот имеет ли принципиальное значение, например, вот чем занимается мужчина. Ну вот, например, типа вот, если ты четко знаешь, что, например, твой мужчина киллер. Да. И деньги в крови. Для тебя это как? Деньги в крови в смысле физически или деньги в крови? Да, что... понятно, что физически, Глеб. А. Не флиртуй, на. Не флиртуй, на. С
Вовой, да, не флиртую. Ну, скорее всего, что первое, это я бы не была с мужчиной, который киллер. Наверное, я бы почувствовала, что он... Что он тебя убивает где-то по чуть-чуть, да? Я бы, наверное, почувствовала, что он киллер. Как ты думаешь, а как себя может вести киллер вот в быту? Он убивает по чуть-чуть, понял? Сука, ты киллер, чистой воды, киллер. Каждую передачу ты нас убиваешь своими тупыми шутками. Но по и чуть-чуть. Никто тебе ничего не может сделать. Ну, то есть, например... Ты киллер. Товарищи ведущие, у вас новости кончились? Да. Нет, есть еще. А слышите голосов? Голосов поменялся. Слышите, это в зале? Уже ищет ахи. На говно летит или что? На нас. Каждый раз из Киева он летит на нас. Гагарин Шоу. Сооснователь Apple Inc. Стив Возняк инвестировал свыше $100 000 в первую криптовалюту. Звучит как первая столица. Первая столица! При этом долгое время он заявлял, что не верит в будущее криптовалюты и называл ее мыльным пузырем. Что ж ты, Стиви, сдал назад? Ох ты, Стиви и мудак. Не, ну, на самом деле, как бы, давайте понимать, Петруччо перекинул сугубо, ну, сатен, и, как бы, ну, это, типа, маломальски, знаешь, как говорится. То есть, такая, ну, как бы, новость не кричащая, скажем так. Вот если бы, например, сказали бы Стив, как правильно, Возняк или Возняк? Возняк. Возняк. Ну, короче, Стив В инвестировал, например, 50% своего капитала, значит, в биткоин. Ну, это бы, да, говорило о том, что, типа, чувак поверил. А так он перекинул 100 тысяч. Мало того, что, как бы, эти 100 тысяч, скорее всего, кредитные на 150 тысяч лет, и рассчитываться за эту покупку будут его праправнуки, так еще и как бы сумма несущественная. Поэтому, ну, я бы не сказал, что типа в рамках этой новости что-то глобально поменяется, ну, как бы. Новость ни о чем. У меня три соседа по стояку купили больше, чем Стив. По стояку. По утреннему? Три соседа по моему утреннему стояку. Как говорится, присоседились. Утренний стояк. Утренний стояк. У тебя опять утренний стояк. Утренний стояк — это вообще какая-то такая страшная штука. Согласна. Эти утренние фотки. В прямом смысле слова? Потому что, как бы, потому что если во время утреннего стояка не пойти и не пописать, то это будет умопомрачительное путешествие. А если пойти и пописать, то он закончится моментально. Смысл какой-то. И никакой вот это не поможет. Ничего уже не поможет. Все. Если во время стояка пойти пописать, уже все, нет спасения. Девчонки, записывайте. Записывайте ходы. А у нас 70% подписчиков. Если он говорит, я пописать, ты ему быстро садишься, зажимаешь всем, чем можно. Кого зажимаешь? Ну, тебя, собственно, за лицо тебя. Меня конкретно? Да. И говоришь, представляешь, есть разговор. Ира, кстати, тоже не смотрит передачи, поэтому говори. Как зажимаешь меня еще раз, подожди. Где моя голова сейчас? Перемешку с сеном и с салом. Где моя голова, подожди. Здесь. Так. Зажимаешь. А дышать я чем буду? Это твои проблемы. Через губы дыши. Твои проблемы, мальчик. Хорошо, допустим, я могу не дышать 3 минуты. Дальше что? Мы справимся. Да хорош. За 3 минуты. Как ты уточняешь? Вся романтика пропадает. Ну, Вова. Это не уточнение. Это подготовка проекта, в рамках которого последует интеграция. Что за проект? Сильно ударилась? Да-да. Человек. Массаж ступней. И все? Осторожно. А это романтично, по-твоему? Мало того, что он храпит, как тварюка, так еще и рыгает постоянно. Так вы меня не... ты храпишь вообще. Нет, так вы друг с другом сидите там, общаетесь, ну как. То есть ты решил привлечь Ника внимание таким звуком? Мы ведущие, что тебе непонятно? Так вы друг с другом вообще общаетесь. Давай, Даш. Пятая новость у кого? Гагарин Шоу. Похищающий криптовалюты Троян нашли на сайте правительства Казахстана, где он находился почти полгода. Мой А третья новость никому не нужна? Да, сейчас дойдем до нее. После скачивания файла пользователь видит реальный легитимный документ. Однако с этим на его компьютер устанавливается вредоносная программа. Ее основными функциями является подмена криптовалютных адресов, QR-кодов, кошельков и страниц Bitcoin бирж. Ребята, будьте очень осторожны, потому что даже, как видите, показывает практика казахстанского правительства, можно нет-нет, да и подцепить вирус. Поэтому будьте очень внимательны, пользуйтесь антивирусными программами. Вообще желательно не пользуйтесь Windows, потому что такое на Mac невозможно, чтобы ты просто зашел на сайт правительства и на твой компьютер установился какой-то
Петроян. А на Windows это возможно, конечно. Поэтому для того, чтобы так не происходило, нужно периодически его проверять, чистить, пересматривать, ничего не скачивать, быть максимально осторожным, внимательным и, значит, вот эта вся остальная байда. Ну, а если вы не хотите заниматься вот этим фистингом с компьютерным оборудованием, то купите себе Mac, не самый последний, подержанный, можно купить за $500, за 600. И, собственно, пользоваться, как говорится, без беды. Все, всем peace, поехали дальше. В Японии, допустим, арестовали 4 подозреваемых в криптомошенничестве на $54 миллиона США. Создатели преступной схемы предлагали торговлю от имени пользователя на платформе проекта. Ее жертвами стали более 20 тысяч граждан. Обманутым обещали увеличение члена в 2.5 раза в течение 4 месяцев. Какая популярная услуга. Пацаны, привет. Ну, первоначальной суммы тут написано, но, в принципе, ну, первоначального размера. А как это звали? Как называлась вот эта страна, где жили лилипуты? Лилипутия. Лилипутия, так и называлась, да. Все. 20 тысяч граждан лилипутии. Новость. Короче, вот новость ни о чем. Просто в Японии арестовали 4. Да в смысле ни о чем? А я не могу понять, а зачем японцу большой член? Просто вот, в принципе, на секундочку. Ну, просто ему хочется побыть человеком. Вот такие. В смысле побыть человеком? Ну, он не человек с маленьким членом, я считаю. Даша, у японок, японок, глубина, нет, у японок глубина отверстия, как у тебя ухо, Даша. Зачем японцу большой член? Что за... Откуда ты знаешь, какое у меня ухо? Я в него смотрю. Я в него смотрю 10 выпусков. Ладно бы ты спросила, какой член у японца, но про ухо. То есть, смотрите, каждая, ребята, смотрите, я считаю, каждой твари по паре. Либо японцы собрались куда-то резко мигрировать, и для этого им понадобилось, например, куда-нибудь там, типа, в Австралию. Что за новость? Просто, ну, не понимаю я, как бы, на самом деле. Слушай, Глеб, здесь пригодится твоя математика. Смотри, тоже по теме вопроса. Смотри, значит, получается 20 тысяч человек, $54 миллиона. Сколько каждый вложил в среднем на душу? Убираем 4 нуля. Так. Делим 5400 на 2. Так. Получается по 2700. По 2700. Вот. Проверьте, пожалуйста. Смотрите, получается, каждый японец хотел увеличить свой член на 2700. Может быть, нет. Давай, сделаем. 2700? 2700. Вот. Соответственно, отсюда вопрос. Кинулись за большой член? Нет, каждый в среднем. 20 тысяч человек вложили по $2700 в увеличение члена. Японцы. Там места на острове нет, ребят. Члены не поместятся тупо, они будут свисать в океан. Не, ну если реально 20 тысяч типов выходят просто резко в какой-то момент с огромными членами, и остров закончился. Там дома негде строить, дорог. Слушай, а как они в Токио будут поворачивать налево или направо? Они будут сбивать пешеходов, понимаешь? С помощью члена, Глеб. Да, конечно, там небольшие тротуары. Ну. Идет 20 тысяч обычных японцев с маленькими членами, и тут идут 20 вот этих... Елдаковы они называют. Это елдаковые японцы. Белые елдаки, знаешь вот это? Понимаешь? И просто идут и вот так вот расталкивают людей. Они попадают на дорожную проезжую часть, там их сбивает машина. А что, у Глеба было ухо, и мы сказали шутить не смешно опять, как раньше? Вообще-то шутка была смешная. Шутка была смешная. Белые елдаки. Белые елдаки. Ты смотрела «Игры престолов»? Я его писала. Ну, белые елдаки там были. Кстати, вопрос к нашим подписчикам. Как вы считаете, разрез на пенисе японца все же вот так или вот так? Копать. Интерес к биткоину упал до уровня ноября 2020 года. Вы в курсе? Что? По данным Google Trends, количество поисковых запросов по слову биткоин упало на 68,5% по отношению к пиковому значению этого года. Вы знаете, да? Да, у меня тоже упало все по сравнению с пиковыми значениями этого года. Не самая страшная новость. В два раза отвалился. На самом-то деле, да. И вот в этом и заключается суть рынка. Ты понимаешь, в прошлом году покупать по 10 тысяч было очень дорого и нецелесообразно. Интерес к криптовалютам, в том числе относительно Google Trends, тоже был крайне низок. Потом стоимость биткоина начала подниматься, и пика интереса цена достигла на пиках цены. И все, кто тогда покупали по 60 тысяч, по 62 там и так далее, по 64, они все писали во всех чатах и форумах, что они с огромным удовольствием купили бы со скидочкой. Вот если бы сейчас вернуть то время, когда он был по 30, вот я бы затарил. Ну, пытайся, сука! Ну вот 30, ты, кусок! Где твои покупки? Где твоя проданная квартира? Где ж ты бежишь? Нет, знаете, что они сейчас пишут? Да не, все, биткоину. Все, биткоину 30, это уже где-то максимум этого года. Все, и следующего года это, скорее всего, по 10 в лучшем случае будем покупать. Все, я лично буду покупать по 5. Что сделает этот кусок говна, когда будет 5? Скажет, да, все, приплыли.
батенька. А ты что скажешь? В очередной раз в 385-тысячный похоронят биткоин, вот, и не будут покупать ни по 5, ни по 10, ни по 15, ни по сколько они будут покупать. А по 100 возьмут. А по 100 возьмут, потому что 100 выгодное предложение. Вот по 30 купит только лох, а по 100 тут можно и мать продать, между прочим, родину. Пу-пу-пу. Потому что соточка в прайс-то какой выгодный. Только-только-только на соточку пробиваемся, все. Завтра 270, беру по 100. Так работает рынок, к сожалению. Так массы размышляют. Смотрите, упали интерес Google Trends, упал объем покупок, упал объем наращиваемый майнерами. Короче, типа выглядит все так, как будто завтра Армагеддон, еще Binance бедненький щемят без конца. Хотя еще при этом год назад биткоин стоил там 7 тысяч или 6. Не, на самом деле, недавно читал какого-то в Твиттере, какой-то трейдер написал, типа, а вот представьте, когда биткоин стоил 8 тысяч, такую новость, что биткоин упал до 30. Биткоин, точнее, подешевел до 30. Но тогда же, когда он стоил 8 тысяч, ну реально, ну как бы массы, они не представляли себе, что биткоин может подняться в цене, что он вырастет и что он будет стоить там 40, 30, там типа 50. Была такая новость, которую мы не взяли в оборот, что один неизвестный никому человек спустя 9 лет хранения биткоина продал его на сумму 26 миллионов, хотя изначально он закупился на 3700. Да, такая история есть. Я... видел. Неужели это настолько редкое явление? Да. Вот продажа через 9 лет. Конечно. Что это прям такая невероятная новость. Чувак, ну ты когда покупаешь, например, на 3700, и твои активы становят, ну вот стоят уже 10, 15, 20. Вряд ли ты будешь сидеть и думаешь, да по-любому продам за миллион или за 10. Ты 30-20. Побежал, ты сделал X5, ты всем пошел рассказал, какой ты красавчик, а потом идешь кусаешь лох. На каком-то сайте, я уже не помню, что это за сайт, в октябре 2009 года биткоин появился в продаже. И на этом сайте публиковался курс на текущую дату. На октябрь 2009 года, типа, публиковалась цена следующим образом. Цена публиковалась не так, как сейчас. Один биткоин равно столько-то долларов. А писалось вот так. Один доллар равно столько-то биткоинов. И там из разряда вот на 9 октября. Один доллар равно 1397 биткоинов. Там на следующий день, на 10 число. Один доллар равно там 890 там с чем-то биткоинов. И вот так вот, типа, там на 4 дня статистика или на 5 дней статистика. И вот 1 доллар там, типа, от 1397 биткоинов до, по-моему, там 800 там, с копейками. Вот представьте себе на секундочку. 1 доллар равно 1300 там с чем-то биткоинов в октябре 2009 года. Просто вот взял вот так вот на 50 долларов и купил. Кажется, вроде бы. И такой, знаешь, как ты себе прикидываешь? Обычно ж как? Типа, так, это я бы взял, наверное, на 100 долларов. Не, взял бы, наверное, на 1000 долларов. Не, я бы взял на 10 тысяч долларов. Но у меня не было в 2009 году 10 тысяч долларов. Но я бы занял, 100% бы занял. Да, точно, я бы занял. Я бы нашел возможность и купил бы на 10 тысяч долларов. Да, я бы пришел к друзьям и сказал бы, ребят, смотрите, там в интернете есть такая хуйня. Это как бы такая штучка, которая летает по интернету. Ну, такое, там фермерство есть, хозяйство. Там специальными штучками можно добывать другие штучки. Выращивать. Да, выращивать. Ну, смотрите, это как выращивать электронные деньги. Я думаю, через 3,5 минуты этого разговора, как бы, ну, ты всего тебя, да, бы. Тебя бы, скорее всего, тебя бы отправили, ну, в лучшем случае, в отрезвитель. Или в 15-ю. Да, так вот, но дело даже не в этом. А когда вы поверили в это, в каком году? Ну, я... Так, что по-настоящему. Так, что по-настоящему в 17-м я поверил. Ну, я пришел в конце 16-го года. Не, я пришел тоже в 16-го, но... Вера, наверное, летом 17-го, да? Когда вот, ну, начал вот прям... Не, раньше. А в апреле, когда... Да, в Японии... Это так трогательно сейчас это слушать. На самом деле, в апреле, там какого-то, по-моему, 19 апреля 2017 года была новость, которая, мне кажется, запустила всю криптовалюту в рост. Самая большая вера. В Японии приняли биткоин как платежное средство для оплаты коммуналки. В 2017 году. У меня самая большая вера была тогда, когда биткоин, вот именно когда я верил и когда я уговаривал людей купить биткоин, это вот когда биткоин находился там в диапазоне там 3-3,5 тысячи в, когда это было, в 2018 году. В 18 году после пика. Вот это у меня было самое, это был пик моей веры. Фишка заключается в том, что вот за 1 доллар вы бы купили этот биткоин, 1300 биткоинов. Но я говорю вам на 110%. До сегодняшнего дня вы бы не додержали ни одного биткоина. Более того, вы просрали бы все. Я думаю, что на цене уже приблизительно... Моя стандартная ситуация. Я думаю, что на цене приблизительно 100 долларов за биткоин, 100 долларов, а это был такой период большой волатильности, когда он проходил 100, потом падал до 70. И где-то вот на 100 долларах вот этих жестких скачков вы бы уже потеряли самообладание и сливали бы его вот просто вот так вот. Раньше бы слили, Вовчик, но не гони. Ну, самые дерзкие чуваки, такие проправные
все-таки Баффета додержали бы до 100 долларов. Ну, то есть, 1000 долларов вы бы не увидели, ребят. И 3000 тоже, и 12, и 18. 19. Не, возможно, этот чувак, он просто забыл, что у него есть биткоины. И тут сын приходит и говорит: папа, я в гараже нашел вот это вот, что-то старое. А там на ноутбуке прямо маркером написано: ноутбук с хуй. И... сильно верил. Да, и прикинь, он открывает. И значок биткоина. А там просто, ну, все удалено и просто... На самом деле, мы об этом говорили пару выпусков назад, но вот стратегия Баффета и почему Баффет является самым богатым в мире инвестором, потому что он готов сидеть вот так вот и, стиснув зубы, ждать 10 лет. Больше никто не готов. И когда у него Безос спросил, почему так происходит, почему никто не может, как вы, уважаемый Баффет, инвестировать вот так вот и 10 лет сидеть, попку в кулачок сжав, он сказал: потому что никто не готов стать богатым медленно. Все просто. Потому что я Уоррен. Warner Brothers. Уоррен Баффет. Гагарин Шоу. 13 июля генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск вновь упомянул в Твиттере криптовалюту Dogecoin. Бизнесмен пошутил, что автомобили Tesla, возможно, будут отображать логотип Dogecoin, если будет проезжать мимо собак породы Shiba Inu. Котировки альткоина практически не отреагировали на его упоминания. Неужели рынок устал от шуток Маска? Неужели рынок начал хоть чуть-чуть, блин, включать котелок после нашего шоу, наконец-таки. Илон, тебе не провести Гагарин шоу. Кстати, да. До дому. Шибы есть даже две. Не, на самом деле, здесь может получиться, знаете, какая история? Ведь народная мудрость, самая мудрая мудрость из всех мудростей. Так вот, вы же все прекрасно помните вот эту сказочку про мальчика, который видел в лесу волков. Угу. Волков. Так вот, представьте себе ситуацию... Или волков. Волков. Предлагаю его въ... Представьте себе ситуацию. Самое интересное, в трех предложениях 12 ошибок поправляет меня еще сосунище. Когда такое было? Так вот, представьте себе ситуацию. Вот когда Маск такое всех было? За... Когда да, такое да, было? Говорит, всех говорит. Это исполнить. Да, и в какой-то момент реально вот после его твита... Так часто бывает. Да, стрельнет. Но вот так, так и будет. 100%. Вот сейчас, смотрите, причем мы сейчас вот на пике разуверенности. Угу. То есть, соответственно, скоро будет именно тот твит, в который стоит поверить, ребята. Это не торговая рекомендация, но я думаю, что так может быть приблизительно. То есть он в скором времени по-любому напишет, типа, ну что, ребята, go покупать доги. Все такие, да. Да не, go покупать VHBC. Например, как бы. А он так скажет, сучок. Гагарин Шоу. Британская Clear Junction прекратила сотрудничество с Binance, как и приблизительно еще 50 компаний за последний месяц. В конце июня регулятор запретил компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране. Ранее проверку работы биржи начали на Каймановых островах, в Таиланде обвинили ее в деятельности без лицензии, а в Японии вынесли очередное предупреждение. К осторожности при использовании платформы призвал регулятор Польши, а в Италии выдвинули предупреждение. Ты так читаешь, как будто ты расстроен. Ну, извини. Я тебе хочу сказать как. Скажи, как есть. Нет, не расстроен. Не, я хочу сказать следующее. Дело в том, что я помню эту историю с MTGOX, когда одна из крупнейших бирж мира накрылась медным тазом. И я не считаю Binance крупнейшей биржей мира, но я считаю, что Binance потратил в маркетинг больше всех в мире из криптовалютных компаний. И хомячье повсеместно считает, что они все-таки большие. И когда Binance, не если, а когда Binance скоманет, а вот это вот все предпосылочки к этому, это будет большой трагедия для рынка. Всего. Для всего рынка. Это будет, конечно же, локальный стресс, но это будет большая трагедия. Но лицензии тогда будут иметь значение. Лицензии уже имеют значение, просто всем почему-то кажется, мне вот очень часто, знаешь, нравится, пишут и говорят о том, что вот Binance самая крупная биржа. Ребята, посмотрите, во всех абсолютно юрисдикциях я ничего не имею против Binance. Они мне даже во многом как конкуренты, да, там в каких-то там вопросах нравятся, потому что они быстренько решают вопросы, там какие-то там апдейты, там что-то заливают, выливают, работают там над дизайном, работают над удобством своих приложений там и так далее. Постоянно у них маркетинг, какие-то активности. То есть они в этом смысле, да, интересно. Крутятся-вертятся. Да, крутятся-вертятся. То есть вот чего не отнять, суетятся они круто. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько люди смело, да, там на разных форумах и в чатах утверждают в их беспрекословной лидерской позиции, не понимая, что настолько слаба их, в принципе, защищенность в рамках
рамках работы с этой платформой, потому что нет ни одной юрисдикции, которая бы выступила в рамках вот этих последних заявлений, десятков заявлений различных регуляторов, и сказала: да не, ребят, вот в нашей юрисдикции все нормально. В той компании, которая регулируется в нашем регионе, как бы в управлении компании стоит точно не фунт, они получили лицензию, и все в порядке. Таких компаний, таких стран, таких регуляторов нет. К сожалению. К сожалению. То есть вы понимаете причинно-следственную цепочку? То есть в какой-то момент вы проснетесь и поймете, что ваши деньги просто ни у кого. Вот смотрите, британская юрисдикция заявила: Binance не может у нас работать. Перед этим Каймановые острова. Ну, Каймановые острова хуй с ними, там прыщ на жопе. Таиланд обвинил ее в деятельности без лицензии. Япония вынесли очередное предупреждение. Польша, Италия. Ну, ребята, ну, блин, вы понимаете, как бы в какой стрессовой ситуации вы уже должны находиться? Не потому что это где-то там в Италии. Да не, там, но они большие. Не, да, но они большие. Да не, но они самые крупные. Не, но они реально крупные. Не, они очень крупные. Они крупнее, чем Италия. Они... Чем вот этот сапог, знаешь, кожаный. Они да реально не, как... Да не, но они... Они реально больше... Они где-то как уги. Да не, ну отвалится 70-80 стран, но они все равно дорогие, очень большие. Они ж с Минцифры Украины договорились. Значит, у них все будет в порядке. Чуть-чуть занесли. Не, они с Минцифры договорились, значит, смотри, весь мир может отменить у них юрисдикции, а Минцифры будет говорить: это наши ребята, хорошие, китайские, а настоящие. А наш ответ Чемберлену знаешь какой будет? Какой? Это майонез. Гагарин Шоу. Власти США ужесточат контроль за транзакциями криптовалют. Специальная комиссия, сформированная в Белом доме, займется пресечением действий хакеров, которые применяют вирусы-вымогатели. Почему я, блин, до сих пор не знаю об этих вирусах? Почему ты до сих пор не знаешь этих пацанов? Уважаемые хакеры! Я хочу вступить в число. Почему этих вы до сих вирусов? Пор не присылаете какой-то донат Даше в директ? Ну, свет. Ну что или вы за хакеры дикпик? Такие? Ну она... Ребята, ну красотка такая сидит вам. 10 выпусков уже рассказывает криптовалютные новости, показывает 44, вам... ты же говорил. 44 это, вы сами понимаете, номер Хамильтона в Формуле-1. Так вот, Льюиса, так вот представьте себе ситуацию. Реально человек, значит, старается. Такая прекрасная, умная, сексуальная девочка. И вы хоть бы один написали: Даша, я настоящий хакер. Вот тебе 15 пароль от биткоинов. Моего ID. 15 биткоинов. Вы ж там этих тысячами миллионов. Ну что вам? И вот сидит человек, который продвигает индустрию, который всем так или иначе, значит, рассказывает. И всем своим естеством доказывает. И вы вот это вот так себя ведете паскудно. Уважаемые хакеры, обращаюсь к вам, пожалуйста. Если вам не... Падлу. Это не то, что не в падлу. Не в крысу. Если я вам, а я уверен, вам стыдно, да, соберите, пожалуйста, волю в кулачок. Дашеньке нет-нет, да и 15 биткоинов перекиньте. Вовочка, ты не хакер случайно? Не-не. Не, я обычный. Гагарин Шоу. Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Сэм Бэнкман-Фрид в интервью Financial Times... Его сложно зовут, конечно. Покупку Goldman Sachs, CME Group и других гигантов финансового рынка. По словам Бэнкмана Фрида, это может произойти после того, как площадка станет крупнейшей, обойдя своих конкурентов, криптобиржи Coinbase и Binance. То, кто ты вообще такой? Это чувак CEO биржи FTX, которые последний раз потратили 200 миллионов долларов на контракт с бейсбольной командой. Жесть. И что ты думаешь, они могут обойти Coinbase и Binance? Вот и я думаю, что... Как? Жесть. Могут обойти? Coinbase, ну и Binance, ладно, Coinbase. Сотрудников у нас в два раза больше, а я до сих пор не могу потратить 200 миллионов на бейсбольную команду. Вот где несправедливость зарылась. Потому что ты не знаешь правила бейсбола. А ты знаешь? Я знаю. Да, только поэтому. Не показывай, пожалуйста. Так-то я, бы 200 не глядя. Я тебе могу просто правила бейсбола. Пару правил бейсбола показать. Ты прикрой там себе кое-что и показывай. Кстати. Там два мячика. Спасибо, Вова. Ну реально, чуваки, на самом деле FTX это биржа, которая аффилирована с Binance. И вот эта вот методика сорить деньгами очень похожа с тем, как это делает Binance. Да. Поэтому я думаю, что эти лихие понты закончатся тем, что мы в какой-то момент узнаем о том, что Lex нет-нет, да и съебал куда-то. Но при этом Binance одна из самых популярных бирж в мире. Может быть, это правильная методология, и Whitebit стоит это намотать на ус? Нет. Да нет, это просто ты в Киеве ездишь на троллейбусах, во-первых, и там очень написано жалко, Binance. Ты уволился сегодня, это раз. А во-вторых, смотри, фишка, Вовчик, в чем? Это на словах самая популярная биржа. Объективно, самая популярная биржа это Coinbase. Я сказал одна из. Ну, одна из. Ну, Whitebit тоже одна из. Но мы же не просираем деньги по 200 миллионов на бейсбольную команду. Мы входим в топ-17 мира. Какое место в этом топе занимает Binance? Пятое, наверное. Пятое.
этом Binance царит деньгами, что вы не почитаете, но занимает одни из первых мест. Потому что они купили эти рейтинги. Да забей ты хуй на эти рейтинги. Они купили. Фишка заключается в том, что у Binance, при условии того, что он самая, сука, популярная биржа, на холодных кошельках 120 тысяч биткоинов, а у Coinbase, который находится в этом же рейтинге, на пятом месте, 830 тысяч биткоинов на холодных кошельках. Хаваешь, разницу? Гагарин Шоу. Депутат из Парагвая анонсировал большой день для биткоина. Депутат откуда? Из Парагвая. Анонсировал большой день для биткоина. 15 июля Карлитос Рихало внесет законопроект о регулировании криптовалют в парагвайский парламент. Карлитос Рихало. Мой бывший, кстати. Карлитос Рихало. Документ включает требования о декларировании цифровых активов в управлении государственного налогообложения. Прости, пожалуйста. Сука, я так и знал, что так будет. Карлитос Рихало мне в голову прилетел. Не думаю. Надо в Парагвай съездить. Карлитос. Вы знаете, что в Парагвае как часто меняются президенты? Рихало и Рипало. Нет. Карлитос Рихало. Нет, в Парагвае президент, дай бог, чтобы год просуществовал на посту. Там даже был Хосе Луис Чилаверт, президентом страны, вратарь сборной Парагвая по футболу. Ну пусть побудет отчет, уже иногда помню, надо. Да. Да, но это много лет назад было. Да, но я к тому, что они там президента меняют каждые 6-8 месяцев. Это нормально. Ну это нормально. Молодая кровь. Дай следующему. Не успел на 6 месяцев пришел, только расставил своих, только где-то какие-то знакомства, завязки, все, до свидания. Гагарин Шоу. Как же зря вы выкидывали новости от себя прочь. Почему? Ведь одна из них являлась ложью. Этот выпуск действительно особенный, ведь он сейчас проверит, кто из вас истинный криптовалютчик. А теперь ответьте мне на вопрос, какая же из новостей была не настоящей? Да ты... Можно повторить изначально все новости? Про Парагвай, я думаю. Нет. Про Dogecoin. Нет, про Илона Маска это нормально. Вова. Биткоин упал до уровня ноября 2020 года. Не настоящая новость. А, нет, не настоящая. Ну, Вова, про Dogecoin. Да, настоящая это новость. Действия хакеров настоящие, так. Про писюны это я от себя добавил. Правительство Казахстана, думаю, так и есть. Британская Clear Junction прекратила сотрудничество, это правда. Глеб, что ты сидишь? Вон давай там 4 новости. Ищи новости. Вов, что ты замолчал-то, задолбал? Я думаю, что... Потому что Стив Возник не инвестировал, скорее всего, деньги. Инвестировал, у него своя монета, мы чуть покупали. Я вам даю 15 секунд, и после этого каждый из вас делает свое предположение. Про вирусы-вымогатели ложное. Шо-шо, а что за новость, напомни. Власти США ужесточат контроль по транзакциям криптовалют. Специальная комиссия, сформированная в Белом доме, займется пересечением действий хакеров, которые применяют вирусы-вымогатели. Не, я думаю, это правда. А ну, последние секунды. Подними, решаем, подними новость. Мы запарили. Вспоминаем новости. Австралийский стартап CryptoSpend выпустит дебетовую карту в партнерстве как с Visa. Как же активно вы эту новость обсуждали, как же вы ее обсасывали, но она оказалась ложной. Но какая вот вопрос? 3, 2, 1. Я знаю, какая новость! Занимаем свои места, начнем с Глеба, товарищ Глеб. Ваш вариант. Какая из новостей была ложная? Она была одна. Забыли мы. Все. Все правда. Вариант принят. Дарья. Я считаю, что про Coinbase и Binance была ложная новость. Напомни. Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Сэм Бэнкман-Фрид в интервью Financial Times. Да, поняли. Какая новость? Приняли. Не, это правда. Это правда. Он... Вова, твой вариант. Или про Dogecoin. Можно? Я как хорошо, девочка хорошо. Могу два варианта девочка дать. Два. Мой вариант забрала. Говорит девочкам. Какая а ты кому сказала? Ну тебе, конечно. Мог сказать Даша. Я думаю, что... Дашеньки два варианта, мы их приняли. Они оба неправильных, но мы их приняли. Я думаю, что не настоящая новость про 7500 биткоинов, да. Но это я как бы говорю, потому что так мне подсказывает здравый смысл. Что тебе подсказывает душа? А мне подсказывает душа про Dogecoin, неправда. Вов, ну свет. Кожаный мяч. Как вам сказать? Вова действительно заподозрил эту новость во лжи, но затем ушел от этой идеи. Вспомни, о какой новости ты говорил в самом начале? Про Стива Возника. Абсолютно верно. Да. Он всегда поддерживал криптовалюту напротив, но при этом он не вложил в нее ни копейки. Цента. Да, ни копейки не вложил, да. Гагарин Шоу.
Мы, конечно, не язычники, как сказал однажды Владимир Носов. И поэтому мы можем себе позволить поздравить человека с днем рождения до его наступления. Это у кого? Ну, у нашего... А, Глеб, серьезно? У SEO криптовалютной биржи. Это он там. У ведущего Гагарин Шоу. У нашего просто любимчика. Очень скоро день рождения. С чем мы его и хотим поздравить. Причем поздравить не просто так, а мне особым кажется, образом. А как? Ого, Сами! Боже, как красиво! Вова он, если что. Я тоже не Вова! Стриптиз, который я заслужила. Стриптиз, который я заслужил. Что? Что? Сколько же много сис! Сиси оптом! А Глеб знает? Конечно, Глеб гасится в стриптизе каждую неделю. Ты поешь с акцентом. Давай потушу эту сейчас. Аккуратно. Я думал, это я ртом. Я сыканула. Я тоже. А нельзя было выше поставить? А нельзя было повыше ее поставить, блин. С днем рождения. С днем рождения, криптобой. Ой. Немножко подожди, чтобы все желания сбылись, нужно обязательно откусить кусочек праздничного торта. Да, можно я аккуратно откушу? Конечно. Боже, какая красивая. Я не могу. Сучка. Посмотри. Я тебя уже посмотри на него. Тебя. Красиво разве это делать было? Я сейчас сверху скину. Криптуй сюда, криптуй отсюда.